Да, идеальный лидер для Украины, но явно не олигарх, потому что это уже качество человека, правда. Олигарх – это не только его статус и энное количество нулей, это его качество. Это набор определенных качеств, в большинстве своем очень нехороших. Поэтому человек должен быть абсолютный, не абсолютный пацифист, конечно, но здраво мыслить и сделать все, абсолютно все, чтобы не гиб народ. А какими путями? Ну, на то он и политик. Но это должен быть политик все-таки. Политик, так как с экономикой там беда, наверное, экономист. То есть это должен быть высокообразованный человек. Как минимум экономист и еще какие-то вот сопутствующие должно быть образования. А не просто вот олигарх, что-то там. Я даже особо-то и не знаю, какое образование у человека, извините. Мне все понятно.